Сегодня мы приготовим фасолевый суп в мультиварке Витек ВТ-4215. Нам потребуется 1,3 стакана сухой фасоли, 3 картофеля, 1 луковица, 1 морковь, 3 зубчика чеснока, 2 стебля сельдерея, 3 столовые ложки томатной пасты, 3 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сушеных овощей и черный молотый перец по вкусу. Фасоль нужно подготовить заранее, залить ее холодной водой и оставить на 10 часов. Когда фасоль готова, нужно нарезать лук, включить режим поджаривания на 20 минут, в чашу налить растительное масло и выложить лук, жарить его помешивая 8 минут. За это время нужно нарезать морковь очень мелкими кубиками и порубить чеснок. Морковь и чеснок добавить к луку и жарить еще 8 минут. Затем добавить томатную пасту и жарить до окончания режима, помешивая. Зажарку переложить в другую емкость, а в чашу мультиварки поместить промытую фасоль, добавить 600 мл воды, включить режим каши на 50 минут. Нарезать кубиками картофель и стебли сельдерея. И когда окончится режим, добавить овощи в чашу мультиварки. Суп необходимо посолить, добавить специи, поперчить и добавить еще 600 мл воды. Закрыть крышку, включить режим суп на 1 час. Через 30 минут добавить в чашу зажарку, перемешать, закрыть крышку и готовить еще 5 минут. После чего режим можно отключить. Фасолевый суп готов. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.